В градоначальнике и за 3 дня до конца приема документов. Предприниматель Игорь Фельдбуш подал свое заявление на место мэра города Рубцовска. Документы на пост главы города подали еще 2 кандидата. Депутат Евгений Криволапов и исполняющий обязанности главы администрации Дмитрий Фельдман. Напомним, пост главы вакантен с конца сентября, когда Владимир Ларионов был отправлен в отставку. Сами выборы главы администрации города состоятся в феврале следующего года. Далеко ходить не надо. Выйдите во двор, посмотрите на состояние дорог. Примеров неэффективной работы администрации предостаточно, начиная от социальной сферы и ЖКХ, заканчивая массовой миграцией населения в другие города. Мне не безразлична судьба моего города и моих детей, поэтому я и решил принять участие в конкурсе на должность главы администрации.